А что, не милашка? Хуяшка ты. Сам хуяшка. Я милашка. Стою в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от политической партии «Единая Россия». «Единая Россия» – это крепкая, процветающая наша Родина Россия, сильная, могучая. Самое основное и самое главное, самое важное – наша победа – это возвращение Крыма домой в Россию в 2014 году. Это наш референдум. Когда мы впереди планеты всей бежали на референдум 2 года назад, клянусь я вам, я реально думала, что мы бежим от фашизма, от бендеровцев. А получается, что мы прибежали к фашистам. И так все получилось. И мы сегодня с вами можем спокойно отправить наших детей в школу и не бояться, что они попадут под какой-то обстрел. И мы можем с вами сегодня здесь спокойно встречаться под открытым небом. И не бояться, что будут летать вертолеты. И не будем отводить глаза в сторону, когда ходят по улице фашисты со свастикой. Где угодно. На плечах, на теле, где угодно. Как это делается сейчас на бедной несчастной Украине. В настоящее время могу сказать, что я не исполняю обязанности прокурора Республики Крым, поскольку нахожусь в предвыборном отпуске. Я готова служить на благо России. На любой должности. Я не знаю, кем я буду. Буду ли я депутатом, буду ли я прокурором, но я буду служить. Хочу быть владычицей морскою. И все будет хорошо. Единая Россия, 18 сентября, день выборов. А что ожидает Крым после выборов? На все воля Божья. Как это по-русски? Ебля. Нет. Это слово я уже... Нет. Я других нам похуй. Это нормальное явление.